помогите! Всем приветики! Рада видеть вас на моем канале Тилька Плей. Я Наташа, и сегодня мы с вами поиграем в Гренни, который называется Dark Madness. Это мод во второй части, где у нас будет, короче, вся банда в сборе. Это и бабки, и детки, и их пердетки. Так что усаживайтесь поудобнее, надеюсь, будет интересно и классно. Мы с вами начинаем играть. Здесь, короче, дофига каких на самом деле настроек есть. Есть какие-то различные пресеты, сложность. На второй страничке мы можем выбрать, кто у нас будет. У нас будет Гренни, Носферату, ребенок Слендерины. Короче, вот, можно выбрать охоту какую-то, ну, типа, музыку можно выбрать. Можно выбрать мод-меню, можно, короче, вообще просто... Анжелка тоже будет. Короче, вообще толпа народу у нас сегодня здесь будет бегать. Будем играть с вами на нормале, попробуем. Поставим первый пресет, я не знаю, что это такое. Будем разбираться с вами по факту. Если нам зайдет, то, конечно же, наверное, продолжим играть в этот мод. А пока... Рыгаем. А пока начинаем с вами играть в игру и смотреть, что это такое вообще за мод. С вас, как всегда, лайкусик и подписусик на каналчик. И не забывайте смотреть другие классные ролики. Они тоже достойны вашего внимания. День первый. Я так понимаю, что у нас всего лишь дней 5. Но я не уверена, что мы сможем с вами выбраться. Возможно, здесь мы будем с вами страдать, так как здесь дофига всякого говна обитает в этом месте. Так что давайте смотреть. Я вообще не понимаю, кто как здесь ходит, кто как здесь лазает, ползает. Очень страшно. Очень страшно. Но надо жить. Это что? Я думала, за мной кто-то уже бежит. Блин, я, если честно, я уже боюсь. Мне страшно. Я не знаю, что ждать здесь. Кто сейчас ко мне придет? Как они ходят? И ходят ли вообще? Меня напрягает, что я не вижу ни одного предмета. Это очень странно. Как же так без предмета? Но я слышу, что хихикает бабуська. Бабуся хихикуся. Слушай, ну пока ничего не предвещает беды, если честно. Немножечко с ума сходит у нас этот самый управление, но это нормально. Так, ну и чё? И где кто? Где все? Может быть, кто-то обитает на улице, кто-то обитает в доме? Или как это вообще работает? Просто пока что такое ощущение, что у нас здесь только бабушка ходит. Может быть, надо... Ой, я вижу кузнечика, подожди. Кузнечик, подойди ближе. Я попала под текстуры, ребят. Я попала под текстуры, но я вижу ребенка Слендерина. Вон он ползает, смотри. Так, ну нам придется начинать сначала, ребят. Хочешь, не хочешь, придется начинать сначала, потому что, ну, мы провалились с вами под текстуры. Давайте первый пресет все точно так же с вами оставляем. И пробуем еще раз. Ну да, не повезло. Все-таки это мод, не забываем, что их делают обычные люди, такие же, как мы с вами. И не всегда все идет так, как надо. Видишь, у меня аж персонаж даже куда-то ушел. Ну, здравствуйте, здравствуйте. Дайте-то вас поглядеть-то хоть на кого-нибудь. Здесь вообще хоть кто-нибудь есть? А то мы увидели только кузнечика отдаленно где-то. У меня такое ощущение, что предметы как будто бы на одних и тех же местах спавнятся. У вас нет ощущения? Как будто бы вайб такой. Блин, я теперь боюсь, что я сейчас где-нибудь вот так вот сейчас присяду. И опять окажусь под текстурами. А я где-то здесь, да, это сделала? Такая хопа и провалилась. Ну, короче, учитесь, учитесь у матери. Так, пока все хорошо. Может быть, кузнечик где-то здесь? Блин, я уронила сраный канделябрь. Канделябрь уронила. Теперь обо мне будут знать. Так, ну, хорошо. Теперь обо мне снова будут знать. Я прям все свалила. Все своей неуклюжей жопой зацепила. Сейчас еще ветчину давайте зацепим. Для полного счастья. А, тут закрыто? Да ладно, я думала, там открыто. Да вы чего? Вы серьезно? Прикинь. Там реально закрыто. Там реально закрыто. Ну что ты? Там реально закрыто. Как тогда? Не поняла. Дайте хоть посмотреть, кто здесь обитает. Кузнечик?
Вот он, вот он. Слушай, я думаю, без мяса к нему лучше не соваться. Эй, говнюк! Эй, говнюк! Ой, 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 ой. Говнюшонок! Говнюшонок! Какушонок! Блин, он даже звуки никакие не издает, дурачонок. Ладно, давайте пока с вами посмотрим, что еще нас ждет в этом прекрасном, упомрачительном, сексуальном, обаятельном доме. Пока будем с вами собирать фотографию, автопортрет. Да ладно, серьезно? Здесь настолько все переделали? Прикольно. Так, ну хорошо. Я так понимаю, что эта дверь должна открываться тогда. О, хеликоптер-мануал. Неплохо. Теперь я могу летать. Шестереночка. Не, ну в этом определенно что-то есть. Да ну... Ну что ты ломаешься? Зачем? Не надо ломаться. Не надо ломаться. Надо просто сражаться. Вот тебе прикол, да, ребяточки? Приколись. Мы, кстати, давайте проверим, можем ли залазить под стол вот здесь. Да, можем. Это хороший знак. Ну, я предлагаю нам тогда уже собрать фотографию бабки. Раз уж на то пошло, и у нас есть такая возможность, почему бы ей не воспользоваться? Получим себе дополнительную жизнь. Угу. Как говорится, пожить, пожить. Бабусечка у нас тем более пошла там проведать своего внучка. Проверить, не обосрался ли он. Он хотя бы жрать не хочет. Но мне кажется, нам нужно какое-нибудь ружье, чтобы точно он от нас отвалил. И нас не закусил. Потому что если он будет нас закусывать... Блин, офигеть, тут вообще ничего нет. Кусачки вот мы нашли, ну хоть что-то. Хоть что-то, хоть с этим уже можно работать. А то я как-то, знаете, немножечко так распереживалась, потому что, блин, ну, по факту, как будто бы никаких предметов нет, ничего нету. А вот вообще странно, что в первой Грэнни есть вертолет. Прикинь? Я только сейчас до этого догнала, что тут есть вертолет, ребят. Ну, мы пока оставим его здесь, да? Там было радио. Какой-то, я так понимаю, симбиоз нескольких частей, да? Интересненько, интересненько. Ну, мы пока сидим с вами. Тихонечко. Ник, привлекая внимание лишнего. Ты не ты, да, когда голоден. Аккуратно сидим здесь. Подглядываем, подглядываем. Вот так вот. Оп, оп. Оп, 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 оп. Чё, как думаете, насколько безопасно? Чего он так разорался-то, господи? Ни хрена себе, я испугалась. Он так резко это сделал, он так резко появился, этот Носферат, и начал на меня шипеть. О, я прям аж дристанула, ой-ой-ой. Ни хрена себе, а может он только под музыку появляется, Носферату? Потому что такое ощущение, что он реально появился только под музыку, чисто так мне, знаешь, пугануть. Может быть, ему не нравится, когда кто-то трогает его музыку? Ля-ля-ля, идет она. Не, ну она вроде бы туповатая. Не могу сказать. Я получил дополнительный день, ребят. Можно ли считать это успехом? Successful. I'm successful. Да, иди же. Да ты погляди. Ты откуда? Да откуда ты вообще взялся? А-а-а! Не надо. Слушай, ну он прям это... Иди сына своего выращивай. Сынка своего надо подрастить, Носфератушка. А то у тебя там сынуля один ходит, бедный, несчастный.
скучает, грустит, памперсы не менены, какиши не собраны, понимаешь? Блин, ну стрёмно, стрёмно, хочу вам сказать. Неприятно. Ой, как он быстро ходит. И сейчас бабка здесь. И сейчас бабка здесь. Смотри, все, мне кобзда. Не надо. Не надо, пожалуйста, угомони. Мне нужно какое-нибудь ружье, ребят. Без ружья я здесь вообще ничего не сделаю. Может быть, у кузнечика надо забрать вот этот вот там... этот вот... Там лежал у него арбузик. Может быть, в этом арбузике лежит ключ от оружия. Ну, потому что без оружия что я тут буду делать-то? Я тут даже каш не сварю, понимаешь? Ну, ёб твою мать, я серьезно опять застряла? Эй, ну как так-то? Я опять застряла. Я прилип. Я Лёха Субботин, я прилип к стене. Алло, освободите, пожалуйста. Я хочу пожить, пожить. Алло, алло, что делать? Все, кобздец, пацаны. Приехали, ладно, бог любит троицу, давайте. Я предлагаю, давайте сделаем, знаете как? Поставим первый прицеп этот и уберем пока что Носферату. Потому что пока что с ним довольно-таки сложно. Я бы хотела без него попробовать. А то я начинаю паниковать, и все идет через жопу. Но он такой парень, конечно. Интересный, рычащий, пугающий. Так, ну вот в очередной раз мы проснулись с вами в этом чудеснейшем пансионате. Такой вот так вот уже персонаж там куда-то уже у нас свалил. Сам такой, ну нахер я сваливаю отсюда, пятится уже куда-то. Да ну перестань, мы же нормально играли, чё ты? Чё ты начала себя так вести, паскудная ты? Ну ёб твою мать, ну подвинь сраные коробки, женщина. Короче, предметы реально на одних и тех же местах лежат. Это не очень классно на самом деле. Потому что, ну получается, что ты знаешь, где что лежит. Я такое не очень люблю, но... Ладно, что поделать. Ой, не люблю вот это вот на мобилке играть. Вечно вот этот вот сосочек сходит с ума. Вот этот игровой куда-то сам себя идет. Куда-то это самое. Ну что это такое за безобразие? Так, ну смотри, если все точно так же. Да, все точно так же. Но это не очень круто. Это не очень круто, но что поделать. Раз пошла такая маза, ну вот так вот работаем, а что делать? Ну если все предметы лежат на одних и тех же местах, конечно, мне это не сильно нравится, но что поделать? Правильно, что есть, то есть. А тут у нас что лежало? Ага, вспомнила. Геликоптер-мануал. Так, ну бабусечка там за мной бежит, бежит, бежит. Слушай, она так быстро бежит, мне кажется, она быстрее меня бежит. Она прям так хорошо наяривает. Ну, иди ты, что ты встал, ты, господи. Я не понимаю, почему она, вот эта кнопка залипает. Она просто такая, типа, ну все, я не буду идти. Спасибо. Спасибо за внимание. До свидания. Я тебе отвечаю, меня эта штука подставит рано или поздно. О. Добрый вечер, и диспетчер. Так, ну смотри, я предлагаю вот эту штуку вынести туда, к кузнечику. А-а-а, чуть не наступила. Через задний проход, как говорится, не отрывая от ботвы, в задницу засунешь ты. Я иду сувать вам жепь. Кузнечики, кузнечики маленькие, сладенькие, малышики, пупырышки. Вкусовые мои сосочки. Нам надо сейчас наверх с вами пройти. Посмотреть, что там наверху. Бабуська сейчас, наверное, пойдет проверяшкать. Да, вот она. Да, иди же, посади же. Как ты так ровно-то положила ее? Может, я обойду? Хорош. Так, берем кусачки. Сколько ж она понасрала своих капканов здесь. Так, тетя. Все, сидим здесь. Анжела! А там Анжела! Ну, это старая, типа, не паучиха, а вот это вот. Бабка вторая. Так а что мне с ней делать?
Так я ее сейчас выпущу, и она тут будет меня доэтовать. Доканывать, нет? Я хочу, чтобы бабка попробовала мне открыть проход. Нет, она вроде бы заперта там. Ля. Ля ты лярва. И что с ней делать? Ходит она там такая. Ребята, нам трындец. Чё, есть тут чё? В сортире. А в сортире ничего нету, потому... Бля, хахера она бежит. Она прям очень сильно хочет кусочек моей попки захватить. Не надо! Моя попка! Уходите, тетя! Не надо, тетя! Окститесь, тетя! Спокойно, тетя! Мы справимся, тетя! Блин, ну как же тупо, что... Бляха, ёб твою мать. Ой! Ой! Попалась, попалась! Как же тупо я попался. Ну ничего, это как раз наша та самая халявная жизнь. Мы ради нее тут как бы это самое... Я все еще не нашла хеликоптер. Я так думаю, проход к хеликоптеру как раз таки вот там вот, где кузнечик у нас тусит наш маленький. Она меня закрыла. Она меня закрыла. Вонючка. Вонючка меня закрыла. Прикинь? Во, вонючка. Я не поняла, где все оружие? Алло? Пистолетики там пиу-пау-пау сделать, не? Короче, ребята, у нас остался один только путь. Это идти к пацанчику. Пошлите к пацанчику. Ох, сейчас будем с малышом заниматься нагишом. Давайте аккуратненько идти за ним. Угомонись! Как... Где он? Какой мерзкий, какой мерзкий! Фу! Какая мерзятина маленькая, мерзопакостная. Слушайте, у меня проблемы, я не знаю, когда проходить. Кузнечик, кончерышка. Та еще. Че, меня опять заперли здесь? Нет, в этот раз, типа, беги, Добби, ты свободен. Ах ты, сучка. Я тебя увидела, я тебя увидела. Я знаю, что ты тут была, я видела тебя. Я тебя видела, ля-ля-ля-лай. Опачки, заходите сюда. Так, ну пошли к кузнечику, чё? Ну, а какие попытки-то? Надо пытаться. Надо как-то быстренько пробежать, аккуратненько. Так, вот он, вот он, вот он наш маленький. Бля, нет. Ну нет. Ну это нечестно. Ну это нечестно. Их двое, а я одна. За что? Не, на самом деле мод кривоват. Если бы он был поровнее, я бы, может быть, в него побольше бы поиграл. Но он прям кривоват, и в него очень сложно играть. Я не уверена, что я буду играть в него еще раз, правда. Чё-то как-то я пока что не впечатлилась, если честно. Не, ну если, конечно, я его не пройду... то, наверное, я еще раз помучаюсь, поиграю, чисто так, ради вас. Но пока что что-то как-то я вот, знаете, не... Да что ты делаешь? Давай мы не будем подыгрывать бабки. Вот эти вот все нешероховатости, их, видите, видно как. И как-то вот, ну, не круто. И непонятно, кузнечик на тебя сагрился, не сагрился. Да ты шелупонь мелкая. Иди отсюда.
Мелкий говнюк. Открой. Открой! Вопросики, да? Вопросики. Есть у вас вопросики? У меня есть вопросики. Почему у нас не открылась дверь? Что это за прикол такой? Ну, капзда. Иди в жопу. Бабка, иди в жопу. Отстань. Фу. Фу, кака. Фу, плохая. Фу. Фу. Я вообще не поняла, почему у нас не открылась дверь. Я вроде замок сняла. А дверь-то не открылась, сраный плейхаус. И что? Да, ну и как мне быть? Почему? Почему? Нет! Не кусай меня! Нет! Боже, что делать? Помогите! Помогите! Этот мод меня убивает! Уходи, уходи туда! Иди, иди, иди куда хочешь, пожалуйста! Ну только не меня! Домик не открывается, мод не работает! Как играть, если мод не работает? Ушел! 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 Witch handle. Так, 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 мужчина. Уйди. Я его боюсь. Слушай, у нас как будто бы ничего здесь нет. Дверь не открывается. Пиксейч какой-то. Я нигде этих предметов не видела. Их нигде нет. Это что за рофл? Их нигде нет, этих предметов. Алло. Вы меня, конечно, извините. Но у нас этих предметов нету. Вам ничего не кажется подозрительным, как бы? А? Как бы, excuse-moi, ёпта. Ничего нету здесь. Это что за скам? Не, я такие моды не люблю. Как бы вот что-то есть. А где все предметы? Где предметы-то? Объясни. Опять застряло, все, отстряло. Это ненормально. Не, все, это непроходимое говно, ребята. Извините меня, конечно, но... У нас нет этих предметов. У нас их тупо нет, у нас не открывается дверь. Настолько с вами изнеможает бабка. И ее мандюк. Все. Может быть, здесь что-то лежит? Так, отлично. У нас есть с вами продвижение. Чуть-чуть такое, знаете, на полтычки. Я, конечно, не уверена, что сейчас у нас что-то получится. Потому что мандюк-то будет, наверное, нам сейчас это... Создавать проблемы. Он сейчас будет нас это за нами бегать. Вот это вот пытаться нас закусить, покусить. Кусить. Так, я его, кстати, не вижу. Слушай, он меня вроде бы не видит. Он туповат. Он реально туповат. Ну и знаете, хорошо, что он туповат. Да куда ты, не иди к нему. Откуда она пришла? Бабка из ниоткуда появилась, ты видел? Да, конечно. Не такого я ожидала. Не такого, ребяточки. Вообще. Ну, это наш последний с вами день. Я не уверена, что сейчас все получится пройти. Но увидите, какая игра. Как она работает через жопу. Поэтому... Не. Я не хочу больше страдать в этом моде. Спасибо. Спасибо. Я люблю, когда моды работают хорошо. Вот когда они хорошо работают, в них приятно играть. Когда вот такая вот фигня происходит... Ой, не. Кучу нервов тратишь. Кучу просто. Зачем? Для чего? Непонятно. Где мой молоточек? Забираем молоточек.
И с молоточком поднимаемся наверх. Сейчас мы выпустим, видать, вторую бабулю. И будем максимально получать с рулю. Бабуля-то нам сейчас даст. А еще предметы, кстати, вы заметили, они не ставятся на нужные места обратно. То есть они как бы упали и такие, типа, ну, мы, пожалуй, полежим. Как так-то? Ну все, не получилось, не фартануло. Вот так вот, пацаны. Все, сейчас меня страстно засосут. Не улетела я на вертолете. Ну, я не знаю, я, может быть, еще раз попробую сыграть в этот мод. Но ничего, конечно, гарантировать не могу. Но я постараюсь. Так что спасибо, что посмотрели это видео. Не забывайте подписаться на каналчик. Всем пока.